Сегодня у нас 11 сентября. Вот мы продолжаем работу здесь, на лагерном пруду. Вот. Вот он виднеется. Это у нас старый слив был тут. В том году мы его затрамбовали. Вот Игнатий наш идет. Он не белый, тут ищет. Расправлять надо сейчас. Что надо взять? Это вот капкана. Не суслик оплавить. Я купил в магазине. Официально, свободно продаются. Я сейчас и думаю, как власть издевается над людьми. Волки зарезали 70 овечек. 70 зарезали. Он режет и режет, и рванул. Нету, все. Стаями ходят, с вертолетов уже стрелять начинают. И вот иду и думаю, это же вообще. Позвонил Охотсоюз, ну невозможно нам, плотины все проедают они, вода уходит. А ему что, он деньги получает. Вот, это самозаводчик, снятие сделали, вот они как. Это глухонемой Андрей делал. Сейчас надо прицеплять. А что это крутить? Пусть он крутится. Я взял проволоку и веревочки. Может, Никиту позвать? Выработка никогда не нужна. Вот это вот кверху дерево, он не полез бы туда, ты один там пилил. Один. Как ты забрался, непонятно. Потому что дерево-то вон ты внизу. И ты залез и большой пилой, один пилил. А если бы тебя не было, вот она пила. Полез? Нет, конечно. Вот она нора. Выход уже бобра сама. Не говорил бы, да скажешь. С одной стороны привязывать вертлюжок. Вот он. Видишь, как обдумано все. Ну, один он достаточно. Вот он, кажется, вот он здесь. Ну, у этого есть. Теперь надо привязать. Вот сюда вот. Как оно удержит, я не знаю. А веревочку он может отгрызть. Да хрена он отгрызет. Конечно, это грубая работа, но однако
Где эти ниточки, веревочки-то сейчас? Где он сбросил? Вон, вон, под ногой. Вот. На всякий случай. Сюда. Видно, что свежие. Мне, наверное, одному не сделать это. Никита? Никита? А вы здесь? Ой-ой-ой. Быстрее! Чё? Это капкан. Его надо зарядить. Ну, у него две душки. Давай, дави. Не отпускай. Не отпускай, никак не отпускай. Иначе пальцы отрубят. Держи. Осторожно, пальцы убирай. Проверим? Не надо. Тут проверено все. Я в магазине проверял. Как тяпну. Мама кричит. Вот. Теперь этот надо привязать. Принцип. Какой принцип работы тут? Что, просто? Принцип работы какой здесь? Ну какой? Тут я понял, тут раз выгибается, фиксирует. Принцип работы. Нажимает вот на эту площадку, и он захлопывается. Да ты что? Это я понимаю. Вот смотрите, тут принцип работает. Вот я его здесь веревочка, я связываю его с собой. А теперь вот в эту дырочку провязываю и привязываю к палке. Вот, все. Он не догадается, что тут отгрызать-то. Но этого ума у него не хватит. Я на делами рук поставил его.
больше ничего нету. Еще два капкана. Пока нету. Пока по один капкан хватит. Пошли дальше. Вот он.